Извините! Пожалуйста! Я звоню в полицию! Пожалуйста, а? Сейчас! Ага. Что, не берут трубочку? Здравствуй. Вы не могли бы к нам подъехать? У меня тут такая ситуация, тут молодой человек и дает моему сыну админку. Вот, звонит, слышите? Сейчас я пойду в подкрутку. Да, я вас слушаю. Я админ, дитю моему нет. Что такое админ? Смог, что такое админ? Я могу все что угодно делать. Ой, мы, блядь, пиздец, голова ходуном. Как лизается, паразит такой. Да ты подойди, а? Идите вы в жопу. Бессовестный. И вы в жопу идите, вся ваша да семья. Вы вообще бессовестный. Идите вы в жопу я все. Конечно, до свидания. Всем пойдите в жопу. Телепортируйся к Гриферу. Пока он не видит, отключи себе префикс. В чате вам будет написано, что префикс спрятан. Ну или установи себе любой другой префикс. Выглядеть это будет примерно вот так. Залезь в абсолютно любой приват. Увидь у Грифера кучу алмазов. Сеть ему все сундуки. Затем убей Грифера. Также ты можешь посадить в тюрьму этого Грифера. Его будет охранять прекраснейший вахтер. Потом напиши на весь сервер, что Грифер находится в тюрьме. Затем наблюдай, как все его унижают. Поэтому, если вы хотите также снимать анти-Грифер-шоу, тогда становитесь владельцем сервера, на который как раз действует скидка, и снимайте эти прекрасные ролики анти-Грифер-шоу. Ссылка на IP-сервер находится в описании ролика. Вот такой у нас красивый и прекрасный сайт. Сержу Кра. Дорогие друзья, всем срочно привет! Всем большое пламя, огромный привет! Мне просто пишет сейчас скайп тот Грифер. Кстати, где он здесь? Где я же к нему куда-то телепортировался? Так, он у нас из последнего ролика где-то здесь был. А, и вот сейчас он мне пишет в сообщение про... Он же звонит! Где он здесь? Где-то он здесь... Это он, это они из последнего ролика мне звонят. Смотрите, что же мне скажут? Алло! Здравствуйте, молодой человек. Да, не старый, да, здрасте. Да. Так, я вас просила отдать админку моему сыну. Почему вы не отдали? Так, слушайте, мы с вами уже решили, все, я ничего вам не отдам, я же сказал ему пока. Что пока? Мы же решили с вами все, что я ничего им не дам, я вас сбросил, все. Отдайте админку сыну, почему вы издеваетесь, еще раз повторюсь. Нет, а я вот вопрос хочу задать, как он вообще где ты, где этот сын, где ты? Сын рядом. Да, я здесь. Он здесь сидит. Ты как мне, где ты стоишь? Я тебя видел, ты на спавне где-то был здесь. Я далеко. И еще, молодой человек, почему я лазила по Ютубу и увидела канал Седжи? И зашла туда. Седжи, поправлю немного. Седжо, если уж вы пытаетесь. А, Седжо, извините, пожалуйста. Почему без моего разрешения вы меня выложили? Седжи! Да не вас, а сына вашего и... Так правильно, я там тоже была, зачем вы меня выложили? Да потому что захотел, потому что так и надо. Да. Деловые, я вижу, без моего... Не спросили меня, не сказали. Да, что мне... О! Вылаживать! Дай мне админку! Это ж надо, я зашла в YouTube и увидела... Админку дай мою, админку. Как так можно? Так, я звоню в полицию. Зачем? Ради админки? Да. Что вы скажете? Ни админку не даете. Вылаживайте. Да что это такое, а? Издевательство. А вы что, издеваетесь? У вас крыша поехала. Вы где работаете? Где вы работаете, скажите? Я? Полиция на работе. Неважно. Учителем младших классов? Старших. Физкультуру преподаете? И вас дети бьют? Что с вами? Да что вы? Никто меня не бьет. Я звоню в полицию. А, давайте. Сейчас звоню. А где Грифер-то? Мальчик, ты где? Мальчик здесь вот он. О, я слышу гудки даже, чё. О. Ну давайте, даже интересно. Да. Сейчас. Ага. Сейчас. Чё, не берут трубочку, не хотят? Да, сейчас возьмут. Смешно. Здравствуй. Здравствуйте, вы не могли бы к нам подъехать? У меня тут такая ситуация, тут молодой человек не дает моему сыну админку. Да. Ну хорошо, я вам сейчас при встрече все объясню. Хорошо. Вы что, и что, вы зачем зря полицию трезвоните? Ничего, чтобы вы знали, что как быть бессовестным. Не, вы понимаете, что вы зря сотрудника полиции дергаете? Он сейчас зачем? Ничего, абсолютно. До свидания. Ждите звонка. Какого звонка? Ничего я ждать не буду. Ждите. Вы чё, сейчас, стойте, а вы чё, из сети пропали? Они, вы куда делись-то? Позвонила, зачем в полицию позвонила? Опять матерь этого...
За что? За что я буду давать админку? Ну давайте, стойте, ну давайте подождем. Хорошо, давайте подождем. Максимум сколько я здесь просижу? Час. Дальше я пойду, поеду в столовую. Жрать дома нечего. Там поем немножечко супчик. А пока я здесь посижу. Час даю максимум. Все, ничего если не будет, я даже... Плевать вообще на них. Ну-ка, ребята, давайте посмотрим. Даже смешно. О, боги, они звонят. Ну-ка, ну-ка, вот, я тут уже аж даже уходил тут ненадолго. Алло. Чего тебе надо? Чего вы звоните? Полиция уже приехала. Да. Сейчас. Сейчас. Вот, звонит, слышите? Нет, не слышу. Угу. А, ну, да, да, что? Манчик, я сейчас... Сейчас я пойду подкрою. Ой, ну-ка, ну-ка, давайте, откройте. Ну-ка, что это у вас там за сотрудник полиции? Мне даже интересно. Я вас вызывала. Да, я вас слушаю. Вот, молодой человек меня обманул обманным путем. Выложил меня в интернет, в Ютуб. Чеджи, как вы там называется ваш канал? Чеджо, пора бы запомнить, если уж вы в полиции. Что это? Это вылаживает, когда... Вылаживает, да. Люди там этот, он вылаживает. Смысл не понял. Я админку дитю моему не отдам. Что такое админка? Админка? Смог, что такое админка? Главное, я могу все что угодно делать. Вот. А он не дает. А он еще давать бессовестный. Еще мне в интернет выложил. Подождите. Вот это правильно. Алло. А, это мне что ли? Говорила. Да. Алло. А что такое админка? А вы почему? А вот вас вызвали, вы сотрудник полиции, да? Да. Представьтесь хотя бы, кто вы? Почему я должен верить вам, что вы сотрудник полиции? Откуда вы? Мы, ой, мы, блядь, пиздец, голова ходуном, блин. Ну вы. Вообще я старший участковый этого района. Ну. А вы кто? Какого вообще? Района? Что это такое на? Московского, Ленинского проспекта. А почему так сразу какой-то серьезный такой? Я вас спрашиваю, что это такое вообще? Да я не хочу отвечать. Объясните. Вам уже ответили. Почему я должен вам говорить, что такое админка? Ну я не пойму, понимаю вообще, что. А я ещё и облизается, паразит такой. Да, ну, ты так иди, а! Трудно ему админку то отдать. Я уже полицию вызвала, он не боится ничего, а? Ну ты погляди на него, а? Вы что, издеваетесь? Посмотрите, да. Это семья сумасшедшая. Вы я как... хочу, заблокировали сейчас же Сиджей, какой-то Хериджей, чтоб не было этого канала вообще. Это что такое? Безобразие. Админку не дает. Так вот что вы? Выкладывает. Так, тихо. Что вы чё админку тихо? Дадите? А ну, я, можете... а, скажите, а я должен ее дать? Да. Да как бы да. Вы даже не знаете, что это такое, но я должен это дать. Конечно. Слушайте, смотрите, я вам сейчас кое-что скажу. Сотрудник полиции, уважаемый, почитаемый сотрудник полиции, доблесть нашей страны, идите вы в жопу со своими приказами, и вы в жопу идите, вся ваша да семья, идите вы в жопу я все, конечно, я до свидания, всем, идите в жопу, все, ненавижу, сбросил их всех. Вообще охренели, вообще уже сотрудник полиции приезжает, мне админку просит. Он что, совсем больной, что? А что мне еще дать? Может мне дать ему что? Ну давайте, так, слушайте, ну, как же не сам президент-то приехал домой к ней вообще? Сам президент, она могла, Владимир Владимирович, извините, вот тут вот нам сыну не дают админку, вот на сервере. Тут бы меня точно уже в тюрьму посадили навечно, я же не даю админку ее сыну больному. Вот так если вы ролик еще раз посмотрите мой, мама, там, Грифера, папа, сам Грифер, полицейские все, идите в жопу. Я не собираюсь вам давать никакую админку, я думаю, что... Подписчики на моей стороне, поэтому ставьте лайки вообще все подписчики. Все мои просмотры. Так, башка-то плывет. Все мои зрители, поэтому всем спасибо, всем пока. И слушайте, я еще раз повторяю, не надо звонить в полицию и мамку звать, чтобы она дала админку. Просто заходите на сервер, IP в описании, под видео, там внизу нажмите показать все, и админ, и будет IP. Здесь вы пишете в чате, просто на сервере, free. И у вас есть способ, как получить, либо за время получить админку можно, вот она, админка. Либо получить можно за убийство игроков, но я все это уже 1000 раз рассказывал, просто еще раз объясняю. И вы даже когда на спаун приходите, тут вам все написано. Хочешь получить админку, пиши фри. Здесь написано, добро пожаловать на Сержу Крафта, серегайтесь гриферов, вот. И не надо звонить в полицию, чтобы не было таких моментов, чтобы я вас не послал в жопу. Поэтому всем спасибо, всем пока, ставьте лайки, это было смешно, ставьте лайки.